каждым годом в России растет количество хозяйств, применяющих биопрепараты при выращивании сельскохозяйственных культур. У каждого из них свой опыт. Кто-то смог грамотно включить элементы биотехнологии в свою систему производства, у кого-то возникли сложности. Сегодня мы расскажем об опыте применения биотехнологий в хозяйстве ООО «Колхоз 50 лет октября» Неклиновского района Ростовской области. Это одно из передовых хозяйств Донского края, известное многим сельхозтоваропроизводителям. Колхоз 50 лет октября является семеноводческим хозяйством и продает семена озимой пшеницы по всей Ростовской области. В хозяйстве применяют биопрепараты более 6 лет. Мы находимся на одном из полей ООО «Колхоза 50 лет октября». Это 14-е поле. В 2014 году здесь впервые мы применили препараты так называемой биологической группы для борьбы с болезнями. И также были применены некоторые виды подкормок, которые кардинально по-другому изменяли отношение и подход к выращиванию озимой пшеницы. Этот опыт изначально был воспринят нами пессимистично. Мы настроены были на интенсификацию производства и получил первые результаты, а это прибавку 5 центнеров с гектара, начали дальнейшее внедрение этих биологических препаратов. В 2014 году мы с вами заложили первый опыт на озимой пшенице. Тогда многое еще было непонятно по фитоспорину, по новому препарату, как он работает, за счет чего он борется с болезнями, с патогенами. Но получив вот эту первую прибавку 5 центнеров с гектара, мы, конечно, задумались. Хотя до этого с пессимизмом воспринимали данный опыт. Причем поле вы тоже выбирали, да? Да, поле выбирали мы не очень хорошо. Самым таким неудобным предшественником. Это озимая пшеница, стерневой предшественник. Располагалась она на южном склоне, то есть более засушливые условия. И разместили стандартный сорт «Ермак», который проверяют с другими новыми сортами для того, чтобы понять, насколько те устойчивы к заболеваниям. Ну, вот. Проблемное, я помню, да, даже сами проблемное, выходили, да, говорите, проблемное волком, поле звонили, было, да. Да. Вот. Потом в 2015 году мы решили этот опыт расширить. Там же случилось в 2015 году и первые у нас, там, скажем, негативные последствия применения биопрепаратов. Это они не справились с перинофорозом, а рядом примененный химический препарат перинофороз полностью удержал. Поэтому мы для себя на тот момент поняли, что не все сорта и не каждое условие подходят для применения чистой технологии, состоящей из комплекса биопрепаратов. Сейчас перед многими товаропроизводителями стоит задача об увеличении урожайности озимой пшеницы, яровых культур с единицы площади. Так как мы уже, в принципе, исчерпали все ресурсы по применению удобрений, по применению современной техники, средств защиты растений, то основной потенциал роста урожайности кроется только в двух направлениях. Это в селекции и создании таких условий почвы, таких условий для растения, чтобы они адаптировались ко всем негативным факторам внешней среды. Возникли проблемы. Мы с этими проблемами обратились в компанию «Башенком», чтобы они помогли создать препарат, который бы работал против септориоза и перинофороза озимой пшеницы. Так как из года в год эти болезни прогрессируют, мутируют, то химические препараты либо уже с ними не справляются, либо требуют больших доз и частоты применения. Сегодня мы находимся на поле номер 19. Здесь еще с осени были заложены различные опыты с
применением как химических, так и биологических фунгицидов. Для нас применение биологических средств защиты – это альтернатива. И альтернатива не просто по соображениям экономическим или еще каким-то, нет. Это альтернатива для технологии будущего, потому что мы с каждым годом сталкиваемся с новыми и новыми вызовами и, так скажем, капризами природы. Поэтому стараемся сейчас проработать и наработать опыт технологий, которые будут применяться в будущем. Специально для этого поля мы выбрали сорт «Алексеевич», потому что по нашим наблюдениям, вот тут уже в течение 3-4 лет, он практически не поражается грибными заболеваниями. И для тех хозяйств, которые потихонечку переходят к биологическому земледелию, этот сорт идеально подходит для обработки фитоспорином. Спустя 2 года мы поняли, первое, что необходимо для того, чтобы в чистоте опыт этот проводить, это подобрать... После первых 2 лет вы поняли? Да, после первых 2 лет, да. Что для этого необходимо подобрать сорт, который более устойчив к заболеваниям, да. И на основании этого уже разработать дифференцированную вот эту технологию с применением и триходермы на стерневом предшественнике, это препарат стерня-12, и фитоспорина, который мы впоследствии улучшили его действие с помощью биолипостима, прилипателя, тоже это проверили. И плюс чуть-чуть усовершенствовали протравку, добавляя туда микроэлементы, стимуляторы роста и тот же самый прилипатель. Вот. Как нам помнится, в 2017 году, самый урожайный год, который у нас был в хозяйстве, вот, биопрепараты, конечно, вместе с контролями проигрывали химическим, потому что в мае-июне выпало порядка 150 мм осадков, и листовая поверхность повреждалась различными заболеваниями. Соответственно, там, где были применены одна, вторая, третья химическая фунгицидная обработка, урожай был выше. Но с чем мы параллельно столкнулись? Столкнулись параллельно с тем, что мы стали понимать, что одной-двух обработок химических может уже не хватать, так как и болезни приспосабливаются к этим действующим веществам химических препаратов, и это путь никуда. Стратегически мы для себя выбрали, что необходимо нам подобрать технологию на среднем агрофоне, и выбрали сорт, который у нас практически не поражался грибными заболеваниями, это сорт «Лидия». Но у него был определенный минус, это корневые гнили, с которыми фитоспорин прекрасно справляется при протравке и при осеннем применении. В 2019 году уже был получен, я считаю, первый хороший производственный опыт. Мы убрали пшеницу, на которой не применяли никаких... Пятое поле, да? Да, пятое наше поле. Химических веществ никаких не применяли с точки зрения защиты от болезней. И получили там наивысшую производственную урожайность. Что такое производственная урожайность? Это урожайность в рамках конкретного большого поля. То есть получили 60 центнеров с гектара. Это не означает, что это самая высокая урожайность в хозяйстве среди сортов. Конечно, краснодарская селекция на отдельных участках показывала более высокую урожайность. Но в целом в производственных посевах эта урожайность была самая максимальная. Сейчас, проведя уборку этих участков, подведя итоги, посчитав экономическую эффективность, мы можем с уверенностью сказать, напрасны ли были наши надежды и вот эта плодотворная работа, которая продолжалась в течение последних 6 лет. Мы решили этот весь опыт еще для себя усложнить и
так как хозяйство находится наше на берегу Миусского лимана, а другие ее земли выходят на более, скажем так, попадают по бонитировке более плодородные земли, мы решили теперь для дальнейшего производственного опыта в 2020 году подобрать поле в этом севообороте, где чернозем от 4,2% гумуса, и выбрали там пару критерий. Первый критерий это был обязательно, у нас уже было 2 года озимая пшеница, то есть это огромнейший инфекционный фон. Вот, то есть озимая пшеница 3-й год подряд в данном наших условиях не рекомендуется высевать. Поэтому мы заведомо пошли на этот риск, чтобы понять, как это будет выглядеть, то есть самим убедиться, так как очень много информации и в интернете, и на различных конференциях о том, что что-то работает, что-то не работает, что-то можно. Мы решили сами в этом убедиться. Многие сельхозтоваропроизводители, особенно агрономы, задают вопросы, каким образом вот эти вот споры бактерий, грибов и прочих активных веществ, аминокислот, фитогормонов, которые содержатся в этих препаратах, влияют на вообще на озимую пшеницу. Вот. Очень интересным оказался у нас факт в хозяйстве, что озимая пшеница испытывает стресс при применении химических препаратов. И сам вот этот факт того, что применение химических препаратов, гербицидов, фунгицидов, инсектицидов оказывает на озимую определенный стресс и побудил нас заниматься альтернативными системами земледелия. Я даже больше не связал бы их с биологизацией, а это более связано с тем, что попробовать работать такими препаратами, которые бы решали проблемы, которые возникают при возделывании озимой пшеницы, но при этом не вводили ее в стресс. Допустим, даже эта борьба и со злаковой листоверткой, и борьба с септориозом, перинофорозом, мучнистой росой, с корневыми гнилями, с различными видами клещей зимующих, чтобы мы могли из года в год не вырабатывать резистентность у вредителей, да, не вырабатывать резистентность у болезней. Здесь, на этом поле, мы, в принципе, решили более широко поработать уже против болезней, да, и укрепить иммунитет. Что здесь было сделано? Здесь в течение 2 лет полностью применялся препарат стерня, в которой содержится триходерма и много других биологически активных веществ, которые помогали эту стерню разлагать в почве, оздоравливать ее. Вот. И мы просто на этом поле чуть-чуть усовершенствовали технологию под этот биологический метод. Вот. И перестали использовать эти препараты в засушливое время. То есть начали препарат стерня добавлять в протравку и добавлять раннее весеннее опрыскивание при внесении удобрений с последующей заделкой ротационными боронами или потом носили сеялкой удобрения, чтобы немножко эту почву перемешать и чтобы начались там различные процессы биологизации. Вот. А затем уже по листовой поверхности применяли 3 раза фитоспорин с добавлением на последнем этапе нового фитоспорина против септориоза и биополемик меди. Сколько мы на это поле не приезжали, пытались на последнем этапе уже применить химический фунгицид, от этой идеи отказались, потому что болезней практически не было. Да, я согласен, в этом году их не было такого всплеска заболеваний. Но для этого же существует адаптивная система земледелия, растеневодства, которая заставляет не шаблонно мыслить, а подступать к каждому полю индивидуально и понимать, что в данном случае мы можем обойтись лишь
биологическим методом. Уже на дальнем плане началась уборка этого поля. Думаю, скоро мы огласим первые результаты. Они очень интересны, тем более уже половина площадей в хозяйстве убрана, и мы можем сравнить с обычной технологией, более интенсивной, и вот конкретно биологической. История этого поля более благополучная. Здесь получены рекордные урожайности рапса, подсолнечника, пшеницы. То есть поле по плодородию, ну, не сказать, что одно из лучших хозяйств, но находится в пятерке. То есть при химических обработках вы бы здесь максимальный урожай? Ну, я думаю, по этому году, да, по этому году у нас уже есть убранные поля такие. Я думаю, что для нас удовлетворила бы планка 65-67 центнеров с гектара. Что мы здесь получим, мы можем уже судить, насколько с точки зрения экологизации производства мы теряем первоначальной прибыли. Но я уже вот как бы устал повторять, необходимо рассматривать поле в масштабах долгосрочной перспективы. Приведу несколько примеров, которые будут убедительны. Кто-то занимается подсолнечком по технологии «Экспресс», по технологии «Евровайтинг». Получает, к примеру, 40 центнеров с гектара и говорит, что мы по химической технологии получили процентов на 30-40 больше, чем вы без применения гербицидов с какими-то там культивациями междурядными. Вот. Но с точки зрения посеял потом озимую пшеницу и получил ее на 30% меньше урожая за счет негативного воздействия остаточных доз пестицидов. Тот человек, который занимался в прошлом году более-менее биологизированной системой выращивания подсолнечника, получил пшеницы больше на 30% урожайности. И в целом в экономике выглядел лучше. И выглядел лучше в состоянии своей почвы, ее здоровья. Вот еще по пятому полю. Значит, в прошлом году Лидия дала максимальный, как вы сказали, урожай там, да, 60 центнеров. А в этом году на этом поле вы опять же посеяли озимую пшеницу и там применяли химические? Нет, вот там аналог такого же поля, но на более среднем плодородии. Ну, химии там не было. Там не было тоже химических препаратов. То есть у вас получается чуть-чуть, там третий раз? Да, тоже третий раз озимая пшеница по озимой пшенице, но мы теперь вот будем две эти модели сопоставлять. Уборку этого поля, когда завершим, переедем убирать то поле и можем понять, насколько, может быть, эта технология только актуальна на среднем плодородии, а может быть, эта технология возможно и на полях, где требуются более интенсивные процессы, такие как внесение регуляторов, стимуляторов роста, более высокие дозы азотных, фосфорных удобрений. То есть там была Лидия, сейчас там Юка. Юка, да? Да. Ну, мы опять же говорю, что это взято из-за того, что существует мнение, что для каждого сорта существует своя микробиота, и необходимо вот это чередование не только культур делать, но и сортов. Чтобы, так а почему тогда выбор пал на Юку? А Юка — это та, которая больше повреждается болезнями. То есть мы специально... Лидия на имени не подтверждала. Да, а теперь мы решили попробовать Юку, да. Все, то есть чем больше будет такой информации, данных, тем мы можем сделать более объективную картину. В последнее время тяжело делать объективную картину. Причина одна. Появилось много компаний, которым необходимо внедрять свои продукты, на разработку которых они потратили определенные финансы. И здесь на первое место выступает маркетинг. И исследовательской работой мало кто хочет заниматься. Мое мнение, после того, как препарат появился, он должен хотя бы минимум 5 лет отработать в производстве, чтобы в дальнейшем можно было сделать какие-то выводы. Вот, да, объективно. Вот смотрите, у нас с вами наше сотрудничество длится более 5 лет уже. Почти 6 лет исполнится, да. Вот. И за эти 6 лет все время были разные условия погодные. То была осень сильно засушливая, то наоборот осень была влажная, была весна засушливая. То летом какие-то случались в фазу налива
катаклизмы. То есть совершенно разные условия. Но мы вот спустя 5 лет можем уже с вами сделать какие-то объективные выводы. Составим с вами такую небольшую табличку, с которой будут плюсы и минусы. На самом деле плюсов будет не только же, сколько и минусов нашей совместной работы. Но если бы не было этих минусов, плюсы бы не появились. Можно сказать, некоторые минусы превратились в плюсы. Да, некоторые минусы превратились в плюсы. Но когда они превратились? Они превратились после того, как мы их увидели. А читая на любом препарате этикетку, сельхозтоваропроизводитель минусов никаких не видит. Важный момент, чтобы с одной стороны тот, кто производит этот препарат, был наиболее открытым, и чтобы сельхозтоваропроизводитель был более скрупулезно относился к этой работе и любые свои неудачи не просто списал на действие препарата или еще чего-то, а попытался бы хотя бы понять, из-за чего это произошло. Да. 2017 год, самый урожайный год, все, что возделывалось по интенсивной химической технологии, имело явное преимущество в 2017 году над биологическим методом. Вот. Потому что этот год выдался аномальным. На осадке 150 мм осадков в нашей зоне выпадает очень редко за май-июнь. Это просто была природная аномалия. Вот. Но, несмотря на это краткосрочно. Если взять один год, 2017 его, а если его посмотреть шире, отойти немножко назад, до 2014 года, из 2017 до 2020, то мы поймем, что интенсивная технология приводит к еще большей интенсификации. То есть болезни, вредители и сорняки становятся еще более устойчивыми к воздействию химических препаратов. И мы еще более будем применять большие дозы, повышенные дозы как удобрений, так и пестицидов. Всего этого будет больше. Яркий пример этому – это борьба с хлопковой совкой на кукурузе, на подсолнечке. Почему в прошлом году мы обратились к биологическому методу выпуску трихограммы, а в этом году выпускаем габробракона, естественных энтомофагов для данного вредителя? Потому что мы понимаем, что обработав 3 года подряд препаратом сильнодействующим, который будет его действие в первый год 100%, мы к пятилетнему выращиванию уже той же самой кукурузы на орошение придем к тому, что этот препарат будет иметь низкую эффективность. Какие-то особи останутся живыми, получив нелетальную дозу, либо частичную дозу, дадут потомство, которое будет устойчивое. Это законы природы, их никто на данный момент, кроме внедрения ГМО-технологий, нарушить не может. Мы с вами сейчас убрали поле, на котором был сорт «Алексеич», получили на химическом опыте 72 центнера, на биологическом 71, контроль показал 68 центнеров, при цене пшеницы 14 рублей. И биологический опыт, и химический опыт дали свою прибавку, да, в экономическом плане, а биологический даже чуть больше. Это мы эти данные себе записываем в историю. Да. Если в следующем году возникнут факторы возникновения болезней растений выше экономического порога вредоносности, и эта разница между применением биологического препарата и химического будет выше, мы же эти данные будем усреднять, чтобы понять среднестатистическую выкладку, экономическую все. И опять же не будем забывать о резистентности тех и иных заболеваний к данным действующим веществам. Преимущество дешевизна, преимущество безопасность применения, что сейчас немаловажный фактор, это и для работы в сельском хозяйстве, на селе, для пчел. Тоже эта тема очень остро звучит в последнее время. Сегодня даже и на областном уровне собираются совещания по пчеловодству. Вот. Соответственно, будут ужесточаться требования при выращивании рапса, подсолнечника. То есть это не просто какая-то наша прихоть или ваша, да? Это веяние нового времени.
То есть на следующий год мы собираемся этот опыт повторить и посеять озимую пшеницу уже четвертый год подряд, опять же по биологической системе земледелия. Снимем по этому полю цикл репортажей, чтобы понять, насколько это реально. Вот мы себе задались такой целью это повторить. Это не для того, чтобы мы в действительности это нарушаем технологию. На самом деле монокультура по зимой пшенице не приветствуется. Но чтобы нам переложить потом опыт от этого применения на другие поля, нам необходимо задать максимальные негативные условия. Вот. Чтобы и с одной стороны и микробиологи постарались подобрать те штаммы, которые действуют против агрессивных рас, той же бурой ржавчины, перинофороза, сибториоза. Вот. То есть это своеобразно, мы создаем испытательный полигон для появления новых препаратов, которые впоследствии будут уже в широком производстве применяться. На таком любом этапе необходимо постоянно шагать ногу со временем и постоянно также модернизировать и биологические препараты. Чтобы это делать, необходимо с производственниками идти нога в ногу, вот, и понимать, что какие негативные условия каждый год возникают у них на полях. Я думаю, что в отношении болезней мы уже далеко продвинулись на этом этапе, а по борьбе с вредителями мы находимся на начальной стадии, но думаю, тоже также будет положительный опыт. И если вот с одной стороны селекционеры будут создавать все вновь и вновь устойчивые сорта к болезням, а те, кто занимаются внедрением биологических препаратов, будут совершенствовать штаммы, это тоже своеобразная селекция микроорганизмов. Они постоянно идут. То вот этот вот симбиоз нашей отечественной селекции и нашей отечественной бионауки, вот, она сулит нам всем продовольственной безопасностью. Не побоюсь вот этого патриотического слова, а мы свою страну любим, собираемся в ней жить, работать. И думаю, вот этот симбиоз, он даст сельхозтоваропроизводителю новые инструменты для повышения плодородия и урожайности сельхозкультур. Большинство сельхозпредприятий, которые применяют биологические препараты, используют, как правило, интегрированную систему защиты растений от болезней, то есть совместно с биологическими применяют и химические фунгициды. Этот метод позволяет повысить эффективность обработок против болезней, уменьшить количество применяемых пестицидов, улучшить экономические показатели. В колхозе «50 лет октября» выбрали другой путь внедрения биотехнологий – работа чистой биологией, без применения химических фунгицидов. Этот путь более сложный и более рискованный. Но 6-летний опыт работы хозяйства показал, что грамотно используя биотехнологии, можно стабильно получать достойные урожаи. Независимо от выбранной системы защиты растений, интегрированной или биологической, хозяйства решают две важные задачи – снижение пестицидной нагрузки на растения и почву и повышение уровня рентабельности производства сельскохозяйственных культур.